Вот это вот апарт-отель, в котором мы остановились. С одной стороны он называется Коста-Рика, а с другой стороны он называется Боска Канора Резиденция. 5 звезд. И эти 5 звезд действительно соответствуют тому, пардон, что они о себе заявляют. Вот здесь на 3-м этаже, вот это тут балкон первый, это наша квартира. А там за деревьями море. Класс. И воздух офигительно свежий. О, лесопедик едет. Агенция Лампа. А мы гуляем. А мы гуляем. Ёлки-палки, первый день в Бибионе. Ох, блин, в этом году первый день. Вот еще классный такой комплекс. Гостиничный, автоквартиры, апартаменты. Мне чем-то оно напоминает вот это вот шекспировских Ромео и Джульетту. А сейчас покажу, почему меня это на мысль такую наталкивает. Сейчас покажу, смотрите сами. Смотрите, какие балкончики классные. Смотрите, какие классные балкончики. Это просто супер. Это, блин, это глаз радуется. А вот смотрите здесь, какая прелесть, какая красота. Ай, смотри, елки-палки. Обалдеть, обалдеть. Смотрите здесь, какая красота, какие балкончики, какая территория, просто чудо. Кстати, вот агентство, где можно снять апартаменты. Вот, смотрите. Здесь выгодно можно снять апартаменты на неделю. А есть ли у нас желающие снять апартаменты в этом красивом обновленном здании? Как говорили в Молдавии, евроремонт! Красота. Это красота. А вот там, вот уже сколько лет я сюда приезжаю, эту виллу доктора Муро так до сих пор никто и не обновил. Миньоны, пряники. О, Симпсоны. Симпсоны. Обожаю Симпсонов. Обожаю Симпсонов. А это у нас трубочки, крем заварной. С заварным кремом трубочки. Блин, сейчас куплю. Кстати, я тут парень тоже был.
Какая прелесть! Магнитики на холодильник. Обожаю. Обожаю. Обожаю бибионы. Магнитики. Магнитики по 2 рублика. Магнитики по 2 рублика. Магнитики по 2 рублика. Песочек. Классно. Ой. Красиво. Красиво. Это похоже на нашу. Ну, а вот, вот мой знакомый, вот это мой знакомый. Я уже 8-й раз приезжаю сюда в Бибионы, и 8-й раз я вижу этого знакомого. Но ни разу я еще не решился его купить. Какая красивая тарелочка для лазаньи, а это для пиццы. Какая прелесть. Обалденные вещи. Просто обалденные вещи. Думаешь, мы сможем? Мы не сможем, потому что это заманушка. Одна игра, 1 рубль. Я пройду. Сумочки, 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 сумочки. Сумочки, сумочки, сумочки. Во, платьюшка. Платьюшка. Хорошая платьюшка. Кстати, это магазин, который очень сильно сочувствует Украине. А, вон там в конце зала видно мою физиономию в зеркале. Давайте посмотрим на меня. А, вот он я. Вот он я, блин. Идем дальше. Вот. Подтверждение моих слов. Вот это вот центральная улица, променада, с огромным количеством магазинов, ресторанов, всяких сувенирных забегаловок и тому подобного. Вот такая вот классная вещь. Кстати, пиццерия. Я здесь не был, но говорят, здесь очень вкусная еда. И можно покушать относительно недорого. Ладно,
А вот сегодня есть слабый ветерок. И вот, пожалуйста. Флаг Италии развивается на мачте. Я снова на Фонтанной площади. Как там у Битлов было? Вечер трудного дня. Мороженка. Кто-то потерял кепочку, и ему надели эту кепочку на голову. Мороженка. Мороженка. Какие? Я не знаю. Вот. А ну они все красивые. У нас нету магнитика Венеции, кстати. Бибионы у нас есть, а Венеция... Можно взять один такой, и один такой Венеция, и Бибион. Или вот тут, пардон. Или вот тут он, Черепашков. Смотри. Италия, Бибионы. А пошли внутрь. Класс. Смотри, какая прелесть. Ох, ёж морской. Ёж морской. Смотри, сова из этих ракушек. Обалдеть. Обалдеть. Это тоже магнитик? Это тоже магнитики. Класс. Обалдеть. Смотри, какие штуки на стенах висят. Маски. Круто. О, часики. Обалденно. А тут у нас что? Корабли. Корабли лежат разбитые, сундуки стоят раскрыты, изумруды и сапфиры. Что-то там было. Осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Парарам, тарарам, тайрам, пам, пайрам, парарам, парарам. Вот это вещь. Вот это вещь. Класс. Это как в басне Крылова, а слона-то я и не приметил. Какие офигенные ракушки. Класс. Ой, какая прелесть. Какие рапаны. Обалдеть, это настоящие. Блин. Супер. Просто супер. Деревянные корпуса. Обалдеть, деревянные корпуса. Какие хорошие машиночки. Их можно арендовать и гонять по городу, по дорогам. Классная лапочка. Обалденная лапочка. Вот это животное, вот это, я понимаю, машинка для летних прогулок за город. Класс. Мне нравится. Мне нравится такая машинка. Красиво. Красиво. Все еще магазинчики. Древность 60-е годы. Так. Я тут уже много раз был. Практически каждый день.
загуливаю сюда. Пальмочки. Вон жирные гуляют под пальмами. Жирные под пальмами гуляют. Оливковые деревья. Многие говорят, что это символ Бибион. Честно сказать, я не знаю, что символ Бибион. Может быть, и эти деревья. А может быть, фонтан. А может быть, не знаю, может, магнитик, русалка какая-то. Я не знаю, если честно. Но это красиво смотрится. О, художница. Что у нас там дальше? Ну-ка. Народ веселится. Игрушку никому не надо вытащить, нет? То я мог бы показать этот трюк, как вытаскивать из этих автоматов игрушки. Покемоны. Вот эта тетка потратила, наверное, уже рублей 20. Вытащить она хочет, по-моему, вот этого голубого гномика. Она, я наблюдаю за ней уже долго-долго. Она вытащит, с ума сойти. И нифига. Трюк надо знать. Тут как раз кнопки, по которым нужно бить 4 раза. Есть просто одна кнопка, а есть хорошие, которые вот эти вот. 4 раза надо бить. Она просто нажала и все. И он шарнир не закрывает до конца. А если бьешь 4 раза, он закрывает шарнир прямо над самой игрушкой, когда ее хватает. Вот тебе и вся технология. Вот в чем его проблема. Мне жалко смотреть, как эта баба пытается выиграть этого гнома. Мне очень жалко. Нет, на это можно смотреть бесконечно. Ух ты, какая вещь! Обалдеть! Вы только посмотрите, каких респираторов, чувак! О, класс! 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 Это вот такие, значит, картины будут. Ух ты! Вещь! Это вещь. Вот так. И вот так вот он работает. Не, это, конечно, хорошо. Но для здоровья, да ну его нафиг, если что. Вот мы подходим к нашему фонтану. И вот уже какой год подряд, уже 2 года подряд, у этого фонтана только один цвет. Как он называется? Лиловый, не? Лиловый, сиреневый, не сиреневый. Как говорится, система дала сбой. До короны этот фонтан играл всеми цветами радуги. Было красиво, обалденно, можно было фотографироваться около этого фонтана. Ну а сейчас? Ну что сейчас?
Разве сфотографируешься? Нет, можно, конечно. Можно, но один и тот же цвет изо дня в день. Где-то матрица дала сбой. Мутно. Мутно.